шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошла встреча с иеромонахом Григорием. На данный момент он является председателем экспертного совета при Патриархии Московском и всея Руси. На лекции затрагивались темы, касающиеся многоконфессиональности нашего общества и жизни в целом. А главная тема, конечно, я думаю, сейчас для нас, для всех, важно для любого человека, это смысл жизни. Это касается верующего, неверующего, мусульманина, христианина. А второе, конечно, поскольку мы живем в многоконфессиональном, многонациональном обществе, тем более, если речь идет о замечательной республике Татарстан, то как мы должны общаться, как мы должны понимать друг друга, о чем говорить. На сегодняшний день тема религии на телевидении и в кинематографе является одной из самых актуальных. Многие проекты представители общественности и духовенства считают оскорбительными. Иеромонах в этом вопросе подчеркивает, что важна подача материала. Существует множество интересных тем, важно, чтобы в противовес греховному становилось что-то еще, чтобы зритель ощущал контраст. К сожалению, для журналистов и для, скажем, зачастую интереснее показывать, что такое не самое лучшее, но что привлекает больше внимания. А насколько оно полезно, для чего это показать? Вот, чтобы показать, что есть плохое, но тогда надо показать, что хорошее. Но плохое показывается, а хорошее меньше. В ходе встречи студенты смогли пообщаться с иеромонахом и задать ему вопросы в режиме реального времени. Полную версию лекции в ближайшее время можно будет найти на сайте нашего телеканала. Ева Горюшенко, Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз.